В здоровом теле здоровый дух. В истинности этой древней крылатой фразы каждый из нас хотя бы раз в жизни убедился на личном примере. Когда ваше тело в тонусе, у вас больше жизненной энергии и уверенности в себе. Поддерживать хорошую физическую форму в наше время достаточно легко. Записался в фитнес-клуб и дальше следуешь рекомендациям специалистов. А вот грамотный выбор спортивного заведения – дело отнюдь непростое. Первое, на что мы обращаем внимание в фитнес-клубе, это, конечно же, его оснащенность. В хорошем заведении должны быть различные зоны, где занятия по душе и по силам могут найти как новички, так и профессиональные бодибилдеры. Вы должны убедиться, что спортивный зал укомплектован современным оборудованием. В нашем фитнес-клубе «Гроза Джим» установлено профессиональное спортивное оборудование «Форма». Тренажеры есть у нас абсолютно все группы мышц, они к тому же дублируются. Также у нас в тренажерном зале есть кардиозона, беговые дорожки, степпер, велотренажеры, эллипсы. Показателем хорошего заведения является то, что в тренажере находится всегда дежурный тренер, который отвечает за безопасность наших клиентов. В нашем заведении он тоже есть. Если у клиента возникают какие-то вопросы, дежурный тренер всегда поможет, расскажет все про оборудование и поможет с оборудованием. Лицо любого фитнес-клуба – это, конечно же, его персонал. Ваши спортивные результаты зависят от того, насколько квалифицированный и грамотный тренер будет с вами работать. Поэтому при знакомстве с инструктором обязательно узнаем, есть ли у него соответствующее образование и чем он может похвастаться. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, заканчивал Малаховский университет физической культуры. Мастер спорта по пауэрлифтингу, по жиму лежа, по народному жиму, по становой тяге, чемпион России, Москвы, Московской области, Евразии. Работаю персональным тренером более 8 лет. В спорте с детства, лет с 5. Я занимался самыми различными видами спорта. Спортивная гимнастика, бокс, футбол. Футболом занимался более 8 лет. Вот. Ну и постепенно переходил в тренажерный зал, тренировался. И профессия сама меня выбрала. Нравится мотивировать людей, видеть их радость, улыбки, когда они достигают результата. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а можно ли новичкам обойтись без тренера? Или занятия лучше начинать под пристальным контролем специалистов? Занятия в тренажерном зале лучше всего начинать с персональным тренером. Он поставит вам правильную технику, составит комплекс питания, комплекс занятий. Вы добьетесь более лучшего результата, если будете заниматься с персональным тренером. Ну и, конечно, самый главный и болезненный вопрос – вопрос цены. Многим может показаться, что абонемент в хороший фитнес-клуб не может стоить дешево. Однако для привлечения клиентов даже самые дорогие заведения периодически проводят акции и предлагают дополнительные скидки. Каждый месяц у нас также, даже каждые две недели проводятся какие-то акции. Виды карт у нас настолько разнообразные, что клиент, каждый человек может подобрать себе карту, которая подходит именно ему. Есть люди, которым удобно заниматься только в первой половине дня. Для этих клиентов у нас тоже есть карты. Карты называются дневные. Также у нас есть карты полного дня на различные сроки, на год, на полгода. Есть карты на 3 месяца, также на месяц. Допустим, человек приехал ненадолгое время в Люберцы, он может купить у нас карту на месяц и этот месяц позаниматься в нашем клубе. Также для клиентов нашего клуба мы предлагаем варианты рассрочки. То есть клиент может приобрести карту в рассрочку с 3-2 платежами. А в нашем фитнес-клубе проводятся также социальные часы в понедельник и в среду с 9 часов утра до 11. Пенсионеры могут совершенно бесплатно у нас заниматься. Их тренировки проводятся под контролем дежурного тренера. То есть, либо, если это необходимо, пенсионеры проводят персональную тренировку, либо это проходит как групповая тренировка. Но в любом случае они находятся под присмотром профессионального человека. We'll be right back.
выбором фитнес-клуба определились, дальше дело за вами. Надеюсь, советы профессиональных экспертов помогут вам сделать первый шаг на пути к построению тела своей мечты. А если у вас остались вопросы или есть предложения по темам, не стесняйтесь, пишите нам. До скорой встречи в эфире телеканала ЛРТ.